Гостей североморцы не жалели. Первая игра в сезоне получилась жаркой. Еще бы, по ледовым битвам хоккеисты соскучились. Обычно матчи чемпионата начинаются в ноябре. В этом году из-за пандемии соревнования пришлось перенести. Настрой на игру положительный. Все ребята очень соскучились по хоккею. Здесь хоккей с силовой борьбой, поэтому очень интересно. Ждали все этого дня. Команда Северного флота на родном поле чувствовала себя уверенно. Оленегорскому горняку североморские спортсмены редко позволяли приближаться к своим воротам. Но все же гостям флотской столицы удалось запустить шайбу мимо бдительного ока вратаря хозяев. Этот гол так и остался единственным в турнирной таблице у сборной Оленегорска. Северный флот обошел горняка существенно. Итоговый счет 9-1 в пользу военных моряков. Анастасия Степанова, ТВ-21+.